Делаю я тяги на ворота, которые будут подниматься кверху. Вот эти профильные трубы 60 на 20. Ну и подшипники делаю. Вот болты на 20. И 204 подшипники. Труба вот такая толстостенная. Ну, она больше диаметром была. Просто я ее разрезаю поперек. Вот. И с тисками сжимаю. И потом прихватываю сваркой. Получаются вот такие вот ступицы. Ну, обоймы для подшипников. Их я буду приваривать уже вот на это место. Вот таким образом. Вот так вот приварю с обоих сторон. Ну, длина вот этой тяги получается 1,25 м. Ну, там посмотрим. Должно нормально получиться. Вот. Соберу, покажу дальше, что будет делать. Готовые обоймы для подшипников. Вот эта труба. Ну, не знаю, НКТшка, наверное, только какая-то странная. Диаметр ее у нас 6,5 сантиметров. Вот, 6,5. Ну, 65 миллиметров. Труба 40 на 20, а не 60. Так, и обойма вот эта, ну, для подшипника труба-то, я ее сжимаю, свариваю и шов делаю, вот внутрь трубы она вставляется вот сюда. Вот, трубу маленечко раздвинул, вставил, и сейчас я ее приварю. Ширина вот этой трубы 2 сантиметра, ну, по ширине вот этой профильной трубы 40 на 20, оказывается. Просто я не мерил, так, примерно. Продолжаем делать. Сейчас приварю и сделаю точно так же с другой стороны. Будет у меня тяга. Чтобы тяги были полностью одинаковые, я одну сторону полностью сварил с подшипниками, вставил болт, соединил. И также здесь тоже вот. Их сюда, ну вот эти раздвинул трубочки, туда их забил, вот эти трубки. Вот они туда плотно заходят. Упирается вот в этими местами. Также ставил болт. И теперь у меня тяги полностью одинаковые. По длине. И также параллельно вот получается болты, они их, ну, выравнивают. Тяга получается уже полностью ровная. Продолжаем делать тяги. Так как подшипников этих хватит на всю оставшуюся жизнь ворот. Так как они здесь, ну, практически даже вертеться-то полоборота не будут. Полоборота, наверное, только всего. Поэтому я загнул гвоздь вот так вот по кольцу и прихватил его сваркой. И также с этой стороны вот. Загнул гвоздик и прихватил. Ну, в крайнем случае можно его надрезать, снять и поменять подшипник. Но я говорю, что на всю жизнь хватит. Можно, конечно, было красивее сделать, шайбы какие-нибудь выточить там, ну, еще что-нибудь, распор на кольцах. Но это бюджетный вариант. Так что продолжаем делать. На втулке у меня подошла вот такая труба, вроде дюймовая, что ли. Вот, болт на 20 в нее вставляется. Поэтому я буду уже приваривать ее непосредственно к самой двери трубку. Здесь был стоять подшипник в тягах, вот в этих тяги вот. И они будут крепиться уже на стойку и на дверь. Такая труба.